А у вас тоже так бывает, что вы забываете шоколадку где-нибудь в кармане, а потом достаете, она превратилась в нечто такое вот поникшее. Но мне пришла гениальная идея, сейчас мы протканем Максима. Не, ну по-моему, это шикарно. Ой-ой. Алло. Неси сюда быстро салфетки, лопату какую-нибудь. Сейчас. Я не знаю, как тебе помягче сказать. Нам тачку обосрали. Чайки опять? Какие чайки? Воробьи. Если бы это воробей сделал, его бы расплавинило уже давно. А что там? Инсталляция, блядь. Срал я на ваш капот. Главное, следов от ног вообще нету. И мне просто чисто ради интереса, он сейчас грязной жопой отсюда ушел. У меня даже салфеток нет в машине. Ему давно она там лежит? Я откуда знаю? Хозяин маркировку на нем не оставил. Ну ты палочкой тыкни. И что я тебе здесь? С говном на палочке буду ходить по району? Езди на мойку. Я не поеду на мойку. А почему? Почему? Ты что, прикалываешь, что ли? Как я на мойку с говном на капоте поеду? А где, тем более, я тронусь с места, эту всю херню мне по лобовому размажут. Тебе буду думать, что я обосрашу какого-то сбил. Ладно, Максим, это шоколадка. Она расставила у меня сумочки, я решила тебя пранкануть. Я не буду ее пробовать, это реально шоколадка? Да. Это сосед.